Принесла, мачка, принесла. Друзья, всем привет, меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, потому что у меня очень много классных и простых рецептов. Сейчас сезон дыни, поэтому сегодня мы с вами приготовим очень вкусную закуску из дыни с беконом. Эта закуска максимально простая, поэтому ее можно приготовить на ужин, но также она очень вкусная и изысканная, поэтому подойдет даже на праздничный стол. Нам понадобится дыня, бекон у меня сырокопченый и немножечко розмарина. Что мы с вами делаем? Берем дыню и нарезаем ее на кусочки. Здесь обратите внимание, что кусочки не должны быть слишком маленькими. Обратите внимание на ширину полоски бекона и примерно такого же размера делайте кусочки, потому что дыню мы будем беконом оборачивать. Посмотрите, какие кусочки у нас получились, они достаточно крупные. И теперь каждый кусочек мы оборачиваем полоской бекона и кладем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Вот такая красота получается. И укладываем на противень. Берем кусочек, оборачиваем беконом и кладем на противень. Сложили все кусочки на противень и теперь немножечко посыпаем розмарином. Я не люблю, когда специи сильно перебивают вкус самого продукта, поэтому использую чуть-чуть, но если вы любите розмарин, можете положить чуть побольше. Ставим наш противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и готовим примерно 20 минут. Нам не нужно здесь доводить до готовности, потому что бекон можно есть сырым, дыню уж тем более. Дыню, да, все правильно, не тыкву, я почему-то дыню с тыквой все время путаю. Поэтому, как только бекон подрумянится, противень можно вынимать. Ну что, попробуем, что у нас получилось. Дыня очень мягкая, со шпажки хочет убежать. У меня просто нет слов. Ребята, мне кажется, вот это просто самое лучшее, что можно приготовить из дыни. Это божественно. Если вы хоть раз попробуете, вы будете готовить такое блюдо в сезон дыни постоянно, каждые выходные, а может быть даже каждый день, потому что это очень-очень-очень вкусно. Я просто уверена на все 100%, что рецепт вам понравится. Обязательно приготовьте, пишите свои отзывы в комментариях, ставьте лайки видео и подписывайтесь на мой канал. А я пойду доем свою дыню. Пока!